За первый день ОПМ-перевозчик в ходе трехчасового дежурства в автобусах полицейские выявили 10 административных правонарушений. В частности, один случай мелкого хулиганства, два факта пользования мобильным телефоном водителями автобусов и один водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Также полицейским удалось обнаружить один факт приставания в общественном транспорте, а еще два пассажира пребывали в поездке в пьяном виде. Сотрудник полиции заходит в автобус, объясняет гражданам, разъясняет о недопущении карманных краж, интернет-мошенничества, а также противоправных действий со стороны пассажира и водителя. Гражданском переодевается там? Нет, на служебной форме, по форме, то есть. На остановке другие едете в процессе? Также стационарные посты, то есть пешие патрулирования, заходит в автобус, едет дальше с точки А до точки Б, там же и выявляет правонарушения и разъясняет гражданам и водителям. По данным департамента полиции, в автобусные рейды ежедневно будут выходить около 200 полицейских. Особое внимание они уделяют предупреждению и недопущению карманных краж, хулиганств и мелких хищений. Влад Рогушев, программа «Факт».